You think you know me? Всем доброго времени суток, с вами Саня Электрик, и мы продолжаем проходить Rock Trooper. Это уже последняя локация, то есть финал, как вы поняли. Это с самых тех уровней, которые я ненавижу больше всего. Столько врагов, блин, что капец. И столько всего будет. Мало очков, мало всего, блин, а Давай быстрее жизнь Так, теперь валим.
что на хрень будет. Вот она. Блин! Беги, чувак. Беги. Так, быстро делаем аптечки. Отлично. Повезло. Coming up. Все будет еще раз бубом. Переживай. Воу-воу-воу. Фелл не здесь. Обознался. Тоже не здесь. Там. Чем быстрее, тем лучше. Anymore of your own side. Rogue! Airstrike!
spread out. I want the bodies of the GI and the traitor found. Don't bother, Covert. I'm right here. Any reason why I shouldn't pull this trigger? I had to make sure the traitor was located and killed. All other considerations were secondary. Meaning us. Typical Millicom thinking. Your mission's over, Rogue. The traitor's dead, and you've more than proven your worth at these kind of operations. I can help you. Get the charges against you dropped. Get new clone bodies grown for your three comrades. It'll be what you deserve. A second chance for all of you. Come work for you? Sorry, Millicom man. We're soldiers, not spies and assassins. Looks like that's a no then, Colonel. You think you can fight this war on your own? Why not? It's the job we were created for. Let him go. He was useful once. He might be useful again. Что ж, мы прошли рок-трупер. Что сказать об этой игре? Генетическая пехота победила все-таки. Слово генерала-предателя. Оу! There's a body down here. A Southa! Real messed up! Call the medics! Генерал все-таки выжил. Все. Вот мы и прошли. Рох Трупер. Рох, как вы видите, сейчас сидит, отдыхает, без работы. Игра была сделана по комиксу, как я не ошибаюсь. Да, по комиксу, то есть. Ну, я не знаю, точно в точь-точь по комиксу или нет. Но если хотите, можете посмотреть. Там, думаю, есть онлайн. Посмотрите как-нибудь. В общем, мы прошли Rogue Trooper. Это было тут что-то написано. Поздравляю, вы открыли три секрета и новый уровень сложности. Окей. Главное меню. Сейчас мы кое-что по экстра. Ролики. А, ролики я помню. Вот. Вот всякая информация. Обо всем. Живая природа, вот эти крысы, которые на меня бесят, полковник Ковард. Информация, портрет. Неплохо. Адмирал Хоффа. В комиксе он, видите, вот такой вот. Морган. Ну, Морган, это снайпер этот, который, ну, капитан Наташа. А, вот она, как в комиксе выглядит. Там. Генерал. Предатель. Требуется уровень 7. Вот это наша помощь. Вот это комикс, да? Ну, в общем, как видите, мы прошли полностью Rogue Trooper, хотя я это все не открыл. Ничего страшного. Сейчас буду начну офлайн на режим и буду. Ладно, мы прошли все-таки Rogue Trooper. Одно из моих любимых игр все-таки. Я думаю, всем вам понравилось посмотреть, как я играл. Блин. Не, я так не могу. Как я играл, конечно, потом каждый генерал. Генерал. Я потом... Ну, в общем, я шкуру не знаю.
я и говорил. В общем, спасибо всем, кто смотрел. Финал был геморройный, то есть вообще жесть была. Они отказались, чтобы их вырастили заново. Захотели, чтобы быть с Рогом. Ну, надеемся на вторую часть карты. Я, может, пройду как-нибудь, если получится, с кем-то, либо сам. Вот эти вот карты. Но это уже попозже. А так, с вами был Саня Электрик. Это был Рок Трупер. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вот видите, сколько сейчас у меня времени. 7 часов. За 7 часов я прошел эту игру. Вот. Баклавам я вам добавлял, чтобы вам было полегче смотреть. То есть, да. 15 минут. Ладно. В общем, игрушка прикольная, стоит ее поиграть. Играть ее. Да меня не забывайте. В общем, следующая игра. Я думаю, многие знают, кто в группе ВКонтакте. А так, кто не знает, то увидит на следующий день или через 2 или 3 дня. А так, всем спасибо, подписывайтесь на канал. Мы разобрались с предателем. Пока.